Дом у моря за 3 миллиона рублей. Меня зовут Михаил, вы на стройке Гранд Анапа, и давайте разбираться, насколько это реально. Прямо сейчас я с вами нахожусь в коттеджном поселке Морской. Вы спросите, где это, я вам покажу по картам, а также дам ориентир, что до Анапы это 15-20 минут. Но туда вы будете ездить очень редко, потому что те же продуктовые магазины находятся куда ближе. А самое главное, что рядом располагаются чистые, подчеркну, пляжи Витязева и GMT. Также подмечу, что в Морском, помимо всех коммуникаций, которые так подведены, у нас есть индивидуальный газ. То есть это не баллоны, не котлы, а уже проведенная труба, и во всех домах установлено соответствующее оборудование. Также еще у нас проводится газ с недавнего времени, это в жилой комплекс «Жемчужины». Поэтому наблюдайте за нашим каналом. Вернемся к вопросу, возможно ли купить дом за 3 миллиона. Скажу вам честно, да нереально. Тем более в условиях 23-24 года. Совсем нереально. Максимум, что вы можете купить за эту цену, какой-нибудь сарай. Но реальную цену я вам все-таки озвучу, какой же дом вы можете себе позволить, например, в данном коттеджном поселке. Возьмем на примере из недавних роликов дом, который у нас находится на этапе строительства, уже практически завершен, но я вам покажу, как было и как уже сейчас стало. Планировку данного дома я, конечно же, вам покажу. Также подметим, что, как и в других наших планировочных решениях, из центрального коридора мы можем попасть абсолютно в любую комнату. То есть нет проходящих комнат. Согласитесь, это очень удобно. Также наш планировщик сразу же расставляет мебель, где она будет, да, примерно располагаться. И под это все дело устанавливаются розетки. Под кондиционер, телевизор, ну и, соответственно, под выходы, под кухонный гарнитур. Что касается цены, на сегодняшний день в реалиях цен коттеджного поселка Морской такой домик 4 сотки земли будет стоить от 7 миллионов рублей. Не спешите уходить, если же вам не устраивает такое решение, либо же вы ищете что-то поскромнее, то у нас есть такие предложения, например, коттеджный поселок Встречный или же Азовский. В любом случае мы гибкие и всегда идем навстречу нашим клиентам. Поэтому не бойтесь и задавайте вопросы либо же под этим видео, либо на горячую линию. В этом коттеджном поселке осталось совсем немного предложений, поэтому не затягивайте и лучше звоните сейчас. Спасибо, что вам что досмотрели ролик до конца. С вами был Михаил. До скорого!